спринтерский бег, бег на 100 и 200 метров, один из наиболее увлекательных и интересных видов легкой атлетики. С каждым годом этот вид легкой атлетики приобретает все большую популярность. Растут его рекорды. Результат в беге на короткие дистанции зависит от рационального и быстрого старта, эффективного стартового разбега и способности сохранить высокую скорость бега до конца дистанции. На этом графике показано, как изменяется скорость бега на дистанции 100 метров. Условно разделим всю дистанцию на 4 части. Старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование. Рассмотрим отдельно каждую из этих частей. Старт в зависимости от положения колодок имеет три вида. Для сближенного старта характерно близкое расположение ног, расстояние между колодками одна стопа и меньше. Такой старт в большей мере подходит спринтеру невысокого роста, со значительной мышечной силой, который может легко переходить от старта к бегу. Такой старт в большей степени подходит спринтеру высокого роста. Растянутый старт характеризуется тем, что стартовые колодки удалены от стартовой линии, передние на 2-2,5 стопы, а задние на 3-3,5. В обычном старте передняя колодка устанавливается на расстоянии 1-1,5 стоп от стартовой линии, а задняя на расстоянии длины голени от передней колодки. Такой старт наиболее распространен. По команде «На старт» спринтер выходит вперед стартовых колодок и, опустившись на руки, ставит стопы ног на опорные площадки, сильнейшую впереди. Проверив устойчивость колодок, спортсмен опускается на колено. Руки ставятся у линии старта примерно на ширине плеч. По команде «Внимание!» нужно плавно поднять таз до уровня плеч или немного выше. Вес тела распределить равномерно на впереди стоящую ногу и на руки. По команде «Марш» энергично оттолкнувшись от колодок, начать стартовый разбег. Необходимо стартовать из положения полного равновесия, не переносить слишком большой вес на руки. Важное значение имеет правильное положение рук на старте. Вес тела, приходящийся на руки спринтера, должен распределяться между всеми пальцами, а не только между большим и указательным. После выхода с колодок спортсмен начинает стартовый разбег, который продолжается 20-25 метров. Задача спринтера при стартовом разгоне — набрать максимальную скорость. С каждым шагом спортсмен увеличивает скорость бега и к 30-40 метрам дистанции доводит ее примерно до 11 метров в секунду. Бег по дистанции. Бег спринтера по дистанции характеризуется свободным движением с сохранением достигнутого уровня скорости.
Для эффективности бега необходимо прежде всего полное и мощное отталкивание от грунта. Сила продвижения вперед определяется работой мышц разгибателей ног и является тем фактором, от которого зависит увеличение длины шага. Длинное и мощное отталкивание продвигает туловище спортсмена значительно дальше вперед. Финиширование. При финишировании пробеганием спринтер продолжает бег за финишную линию. При финишировании плечом спринтер разворачивает туловище и пересекает плечом финишную ленту. При финишировании корпусом спринтер в последний момент резко опирается на ногу, делает резкий рывок корпусом вперед. Успехи выступления бегунов, специализирующихся в спринте, правильная техника движений играет решающую и определяющую роль. Спортсмен с хорошей техникой бега показывает хорошие спортивные результаты в беге на 100 метров. В беге на 200 метров первую половину дистанции спортсмен бежит по повороту и вторую по прямой. Чтобы спринтер со старта пробежал больший отрезок по прямой, стартовые колодки устанавливаются у внешнего края дорожки по катательной к повороту. При таком расположении колодок спринтер первые 8-10 метров бежит по прямой. Его старт ничем не отличается от старта на 100 метров. В беге на 200 метров, примерно на половине дистанции, на спринтера действует центробежная сила. Чтобы преодолеть действие центробежной силы, спринтер наклоняется влево-вперед, одновременно несколько увеличивает частоту движений. В беге по повороту правая рука во время отмашки назад разгибается больше, чем левая, и отводится немного в сторону. Техника бега по прямой ничем не отличается от техники бега на 100 метров. Скорость бега спринтера повышается в результате увеличения длины шага или частоты беговых шагов. В
Диапазон подвижности голеностопного сустава и сила мышц стопы имеют немаловажное значение для успешного бега. Чтобы беговой шаг был мощным, голеностопный сустав должен сгибаться быстро и полностью. Обратите внимание, хорошо подготовленный спринтер бежит на передней части стопы. Пятки его ног не касаются грунта. Работа рук спринтера должна быть энергичной, быстрой и удобной для спортсмена. Руки совершают движение вперед и назад, параллельно направлению движения тела. Следует обращать внимание на этот момент техники и постоянно помнить, что руки спортсмена должны двигаться вперед-назад, а не пересекать направление движения. Руки задают темп движению. В технике бега важное значение имеет работа таза. При подъеме колена таз должен несколько выходить вперед, причем чем лучше развита подвижность тазобедренного сустава, тем шире шаг спринтера. Отведение рук назад в беге имеет такое же важное значение, как и их движение вперед. Причем оба маховых движения рук, вперед и назад, должны быть энергичными. На этой схеме показано перемещение общего центра тяжести тела спортсмена в двойном беговом шаге. Реакция опоры в идеальном случае должна быть направлена по прямой, соединяющей точку опоры с общим центром тяжести тела спортсмена. В этом случае вертикальная составляющая опорного усилия будет компенсировать вес тела, а горизонтальная составляющая опорного усилия будет расходоваться на развитие или поддержание скорости бега. Обратите внимание на незначительное вертикальное колебание бегущего спортсмена, технически правильно выполняющего спринтерский бег. Сейчас вы видите бег на 200-метровой дистанции двукратной чемпионки Европы Людмилы Кондратьевой. Она стартует по второй дорожке под номером 134. Ее отличает высокая техника выполнения всех элементов бега. Смотрите, с какой легкостью она преодолевает центробежную силу на повороте. Обратите внимание на наклон ее туловища, правильность и четкость работы рук. Правая рука преодолевает более длинный путь, а левая работает короче и экономичнее. Спортсменка выходит с виража с ускорением. Это создает хорошие предпосылки для мощного и напористого бега по прямой и делает ее недосягаемой для соперника. Профессиональная техника бега в сочетании с хорошими физическими качествами дает высокие спортивные результаты в спринтерском беге. Thank you.